Около 100 словачан побывали в эту субботу на дне города в Чернигове. И было на что посмотреть. Четвертый всеукраинский фестиваль военных духовых оркестров. В фестивале участвовали оркестры из Чернигова, Киева, Винницы и Одессы. Потрясающая бесплатная экскурсия по центру Чернигова от фантастического экскурсовода Эрвина Мидена, собирающего по короткой рекламе в интернете около 300 желающих посетить его экскурсию. Чернигов був маленьким, тому і будівля була спочатку двоповерхова. Ова! Наші бзіганули і сказали, нам того мало, губернський хутір Чернігів, як його назвали, почав розростатися. Із кількості жителів винесли 6 тисяч на початку 19 століття психанув і на початку 20-го вже мав 25. Солідненько. Потім, правда, все як на дрожах. У кожної родини було 5-6 синочків. Дочок не рахували та важить, матьмуча. І біжу зближення нашого населення, ну то не важливо. Я перший раз його слышала, но это, конечно, потрясающий экскурсовод, то есть таких единицы, я считаю, вообще не только в Украине, а вообще в мире. Он настолько захватывает публику, его невозможно не слушать, и очень подкупает вот это вот такое трепетное отношение к одному городу. Он знает историю, видимо, такие детали, которые многие экскурсоводы даже не знают. То есть очень интересно слушать. И этот кошмар экскурсовода, когда собирается 300-400, да, 300 человек, это да. Человек. И главное, что все его слышат. Трехчасовая концертная программа от молодых звезд мюзикбокса. Молодых зрителей хлопали, танцевали, а вот в фан-зоне было немноголюдно. Наиболее активной там была девочка, гоняющая праздничный шарик по новой площади. И самое главное событие началось в 21:00. Именно ради специального гостя группы «Машина времени» и приехали словачане в этот немного дождливый вечер в Чернигове. Лет исполнилось в мае этого года «Машине времени». И порой кажется, они были с нами всегда. Практически ежегодно их хиты сопровождали нашу жизнь. Именно эти хиты и прозвучали в часовой концертной программе. Внезапно увеличившаяся фан-зона практически весь час танцевала и подпевала. А порой они просто пели под легкий ударно-гитарный аккомпанемент группы. Потрясающее впечатление оставили пионеры советского рок-н-ролла, которые впервые, кстати, выступали в Чернигове. Хотя, судя по зрителям, песни «Машины времени» прекрасно знают. И по пластинкам, и по магнитоальбому. Подробнее о концерте «Машины времени» смотрите в новостях «Словача» в среду и субботу. А после традиционной финальной песни в исполнении Макаревича был салют.